Sahi mi? Sahi. Böyle baktığımda ne olduğum anlaşılır. Sence? Kaynağı olup yapmazsın değil mi? Oğlumun sevdiği benim kıymetlimdir. E hadi bakalım. Duygusal civciv. Bu kadar hayal yeter. Artık dinlenmen lazım. Oğlumun ismi. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Будет ли Дилан делать все в детской комнате сама? Примет ли Дилан предложение Берана от команды по покраске? Он говорит, что мы все делали сами, просто чтобы посмеяться над Диланом Бераном. Почему Берон думает, что Дилан будет выступать в роли тещи? Даст ли Дилан Эйтон имя своему сыну во сне? Что написано на бумаге рукой Дилана? Они очень удивлены. Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан и Баран подготовили для своего сына красивую детскую комнату по своему желанию и получили массу удовольствия, делая это, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Дилан так заботится о своем сыне, что не хочет, чтобы кто-нибудь трогал его комнату. Он позаботится о том, чтобы все было сделано вручную с его собственной подписью. Вместе с Бараном они сначала спланируют, что купить для комнаты, в какой цвет ее покрасить и как ее оформить. При этом они получат массу удовольствия и удовольствия. Снова и снова они будут благодарны за время, которое у них есть, и выражать свое счастье. Баран подумает, что Дилан очень устанет, и попросит Шули Ханем и Илькербея прислать команду художников. Однако Дилан не захочет принимать предложение Барана и с другой стороны немного разозлит Барана, сказав, что у нас не было таких мужчин, как ты, мы бы всю работу делали сами, рисование все равно было моей работой. Когда он начнет красить стену, он попытается научиться рисовать у Барана Дилана. А пока будут сцены теплых и любящих взглядов. Эти влюбленные будут искать любую возможность проявить свою любовь друг к другу. Когда Дилан так тщательно все изучает ради сына, Берон начинает думать, что она будет выступать в роли свекрови. Когда я расскажу эту мысль Дилану, Дилан закроет вопрос, сказав, что ничего подобного не произойдет, но любимый человек моего сына будет моим дорогим человеком. Когда Дилан заснет, чтобы отдохнуть, он увидит свою тещу, Гэжу Эйтон, которую он никогда не видел во сне. Дилан, который видит, что они вместе наблюдают за его сыном в колыбели, внезапно просыпается ото сна, в то время как госпожа Эйтон говорит своему сыну, дайте это имя своему сыну. Когда Дилан расскажет Барану о своем сне, тот очень удивится. В последней сцене они найдут имя, произнесенное Гэжой Эйтон, в рамке, которую они сделали для имени в руке Дилана. Поэтому они очень удивятся и переглянутся друг на друга. После этого Дилан может дать своему сыну имя, данное Гэжой Эйтон. Итак, какое имя, по вашему мнению, могла произнести госпожа Эйтон? Расскажет ли Дилан об этом сне жителям особняка? Будет ли детская комната такой, какой они хотят? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь со мной своим мнением по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.